Друзья, скидывайтесь на квадрик. Без квадрика совсем не то. Ну или просто пожелайте мне удачи, у меня все обязательно получится. Да, друзья, вот такая красота наблюдается перед нами. Ну, я не могу себе отказать в том, чтобы искупаться там. Буду раздеваться и, ну, развлекать местную публику. Они тут серьезные все такие. Боятся ножки намочить. Друзья, ну что не сделаешь для вас, мои дорогие подписчики. За неимением квадрика приходится скакать по горам. Вот змейковый водопад это. Ну все, сейчас по руслу реки поднимаюсь выше, там будем смотреть остальные. Друзья, я не могу вас оставить без третьего вида, вида сверху, на этот водопад. Давайте посмотрим, как это происходит. Вот одно колено, вот второе. Поэтому он и называется змеиный. Какая же свежая ванночка. Я бы окунулся там с удовольствием, но я уже искупался. Такая вот находочка у нас. Что это за уж? Это уж. Что, ловим его или что делаем? Да, змейка, змейка. Я ее поймал. Первый раз это делаю, друзья. Первая моя змея. Вот такая вот. Да нормально все будет, она комаров ест. Вот, друзья, туристы вот тоже заценили. Их надо победом убивать. Ну, давай. Я аскетичный в этом плане. Убивать. Не знаю, что это такое. Друзья, пришел вам водопады показать, а тут такое. О! Да, как вы, я немножко хапнул от адреналинчика. И вот следующий водопад. Я уж думал, тут нудисты. Ну, сюда реально люди приходят позагорать, посидеть. Это здорово. Смотрите, какие две очаровательные попки спрятались у нас тут. Родник, пожалуйста, пей, набирай.